Известная российская супермодель Наталья Водянова в настоящее время живет с гражданским мужем Антуаном Арно и 5 детьми в Париже. Однако прославленная манекенщица не забывает о своих корнях, стараясь отмечать не только западные, но и отечественные праздники. Так, по словам знаменитости, Рождество в ее семье празднуют дважды, католическое 25 декабря и православное 7 января. На личной странице в Инстаграм Водянова опубликовала свое фото, продемонстрировав, как готовится к грядущим мероприятиям. По такому случаю модель примерила оригинальное короткое синее платье, расшитое стразами, и серебряные ботфорты. В комментариях к фото Наталья отметила, что это не просто наряд, а новогодний костюм снежинки. Вы уже слышали про тренд сезона, украшать камин следует непременно в костюме снежинки в серебряных ботфортах, заявила манекенщица. К слову, накануне 23 декабря в семье Водяновой отмечали еще один праздник, старшему сыну модели Лукасу, которого она родила от британского аристократа Джастина Портмана, исполнилось 17 лет. Знаменитая мама не забыла поздравить наследника с днем рождения, назвав его почти 2-метровым малышом. Напомним, у Водяновой помимо Лукаса есть еще дочь Нева и сын Виктор от Портмана, а также 2 сыновей Максим и Роман от Антуана Арно.